Более 150 участников, из них только 6 димитровградцев, вышли на татами. Причем все наши ребята впервые принимали участие в областных соревнованиях. Соревнования прошли как на уровне. Вот, было 2 татами. Судились 2 вида. Это файтинг и невадза. Файтинг – это ударная как бы техника больше, а невадза – это борьба. Денис Банкетов занимается джиу-джитсу всего 1,5 года. На соревнованиях он провел 4 встречи. Встречался с сильными противниками, считает юноша. Но тем не менее в файтинге он занял 3-е место, а вот в невадза стал 1-м. Когда меня уронил противник, я сумел его перевернуть и захватил его на удержание. Впереди у спортсменов Кубок России в Челябинске и всероссийские соревнования в Анапе. Марина Антуганова, Виталий Немов. Наше время.